Привет. Завтра, я приеду. Закажи столик в Метрополе на четверых. Мальчик? Ладно. Боря, скажи, я ему подарок везу. Водочки нам принеси. Извините, но мы не разносим напитки во время взлета и набора высоты. Мальчик, ты не понял. Водочки нам принеси. Мы домой летим. В чем сила? Все чаще и чаще этот вопрос сейчас задается. Почему? Не знаю, но, наверное, это каждого как-то волнует, как-то тревожит, что ли. Для меня в чем сила? Есть, была и будет в любви. Это там невысокие слова. Мне кажется, что жить человеку в ненависти невозможно. И если к концу жизни ты приходишь, и твое сердце полно любви, да, разрывается от любви, значит, это твоя жизнь прожита не зря. Но мне кажется, если тебе жалко уходить с этой земли, если здесь остаются твои близкие, дорогие тебе люди, которые будут продолжать твою жизнь, наверное, твой путь, который ты не успел что-то тогда делать на этой земле, а твои близкие будут продолжать твою работу, мне кажется, вот это самое главное, и в этом сила.